Значит, у нас три спортсмена. Все они абсолютно разные. Здесь больше силовая направленность, потому что если я его переведу на скорость, он просто рассыпется. Вторая часть тренировки, да? А нет, здесь все нормально. Там следующий этап будет очень интересный. Ребята, всем привет! Мы продолжаем серию выпусков по межсезонье борцов. Сегодня выпуск необычный. Сегодня у нас на тренировке в манеже Алексеева присутствуют три спортсмена. Мастер спорта международного класса Марат Гарипов, классик, известный боец смешанных единоборств Михаил Малютин и мастер спорта по греко-римской борьбе Алексей Куняшев. В чем особенность данных спортсменов? Они все разные. Алексей Куняшев, мастер спорта, борется в категории до 87 килограмм. Марат плюс-минус 63-65. А Михаил Малютин вообще из другого вида спорта, смешанное единоборство, где целый сплав качеств нужен. То есть работа на физику должна быть разная, соответствовать целям и задачам каждого спортсмена в отдельности. Светлана, значит, у нас три спортсмена, все они абсолютно разные. Давай расскажем, как дифференцировать работу относительно их весовых значений, антропометрии и целей, главное, и задач. Потому что Миша вообще из другого вида спорта. Леша у нас 87, да, он борется. Здесь больше силовая направленность, потому что если я его переведу на скорость, он просто рассыпется. Это будем делать, но в конце. Он решил, что он готов. Леха, ты в каком весе борешься? 87. Вот. Марат, он уже типичная для него привычная работа, он никуда не спешит, никуда не готовится пока что, поэтому спокойно работаем, прокачиваемся, связки укрепляем. Миша только после боя, поэтому нагрузку мы практически не даем. Леша делает упражнение со штангой. Сколько подходов и сколько повторений? 4 подхода. Выпады он ходит по 15 раз на ногу. Протяжку он делает 15 раз. Гирю он делает тоже 15 раз. И выпрыгивание с блином он делает тоже по 15 раз на ногу. Угу. Потому что у него силовой показатель большой. Он может, значит, больше делать по количеству повторений. С маленьким весом, но количество повторений увеличено. Отдых между упражнениями? Ну, минуты 3-4. Ну, то есть до полного восстановления. Субъективно, да, он восстановился и подходит дальше. Чем эта работа будет отличаться от того, что они в стандартном режиме делают во время сезона, когда работают с отягощением? Классической? Да, от того, что они делают. Она не будет так зажимать. То есть она по объему будет так же. Если у нас классика, она увеличивает просто силовые показатели, то здесь будет подниматься функционал, а здесь будет подниматься скорость, и здесь будет постоянно это все в движении. То есть это не будет закрепощение организма, что ему не нужно на ковре. После выпрыгивания с гири он делает упражнение со скамьи. Почему именно такая очередность и почему именно это упражнение он делает? А у него нет продвижения таза. Ага. И я хочу, чтобы когда ты прыгаешь с гирей, ты таз уводишь назад. Uh-huh. А здесь, наоборот, движение вперед, когда ты выпрыгиваешь с блином. И автоматически, когда он правильно начнет это делать, он это переведет на ковер и будет проходить тазом, двигать себя вперед на соперника. Ну вот эта крепатура тазобедренного сустава, она откуда берется? Это просто потому, что не уделяется, ну, не уделяется времени, да? Времени нет, все равно нужна какая-то растяжка дополнительная. Uh-huh. Даже здесь я их вроде заставляю, но при этом этого недостаточно. И в конце он сделал круг, и потом он забежал, я так понимаю? Да, он обязательно разбегивает, чтобы мышца работала, она должна быть всегда в движении. Угу. То есть пассивного отдыха нет? Нет, нет. Знаете, что у нее? Фамилия беспощадная. Ничего. Если бы у нее. Это сегодня ваше хорошее настроение. Остановка,
он не хочет делать движение, да, приподнять колено, чтобы себя вытолкнуть и провести таз. Ну и в конце носком не доталкивается. Выпрямляйся, таз, сзади, вперед. Да. Ну что скажешь? А не, здесь все нормально. Там следующий этап будет очень интересный. Я это все закончу делать сейчас. Мне кажется со стороны, что в силу того, что Леша физически очень крепкий, и в целом для него этот вес, ну, достаточно такая ровная нагрузка, он спешит очень быстро все сделать. Потому что ему тяжело. Да. И, он хочет быстрее закончить и уйти отсюда. Да, да, да. То есть вот момент, то, что Марат очень четко схватил, что лучше сделать медленно, но правильно технически, да, но и меньше. Вот здесь Леша еще, скажем так. Они приходили, делали то же самое, побыстрее избежать. То есть они еще пока не привык, Леша совершенно новый человек. Когда он поймет, во-первых, то, что это ему помогает, тогда у него появится другой интерес. Ну, естественно, ему будет это хотеться, значит, он будет понимать, что это нужно, это показатели повышает, и будет стараться по-другому все делать. Первые полгода они такие переломные, они приходят на новую работу, и у них ничего не получается, им это не нравится в силу своего характера. Каждый его показывает здесь. Но потом, когда уже, ну, если пришло, да, понимание того, что это тебе нужно, и это тебе подходит, они уже по-другому подходят и к работе, и к нагрузке, и вообще общаются уже совершенно по-другому. Еще и общаться научится. Приходится работать над всем. Я по делу. Лех, слушай, а вот с Арсангой представляешь, с каким весом? Рабочий вес какой? Ну, на максимум было 200 килограмм. Ну, это на максимум, а вообще вот в сезоне? 150, там, 140, вот так вот. На какое количество? Ну, где-то, наверное, раз до 10, вот так вот. Давай вот мы вот какой момент обсудим. Вот если бы, поскольку база вид спорта легкой атлетики, если бы они пришли заниматься в легкую атлетику, вот какую бы дисциплину ты бы их распределила? По каким дисциплинам? Марата бегать, либо 400, либо, ну, спринт, наверное. Ну, можно и спринт попробовать было бы. Миша очень хорошо чувствует время. Его можно на длинные дистанции. Леша, он больше силовой парень, поэтому это либо прыжки в длину, либо какое-нибудь метание. То есть все по разным дисциплинам абсолютно. Совершенно. Соответственно, когда они приходят в зал борьбы и делают одно и то же, вот как с этим быть? Именно физическую подготовку? Да, или... да. Ну, наверное, нужно как-то разделять. Конечно. Потому что под одну работу она не всем подойдет. Можно сказать, что они борются 6 минут, да, все одинаково? Борются одинаково, но они разная весовая категория, и у них разная будет нагрузка, в принципе, по их показателям и физическим, и готовность тоже у людей разная. У Миши вообще он другой вид спорта, который требует тщательной подводки. Если Марата и ребят я могу до последнего держать на штанге, и я не боюсь, что там что-то произойдет, то Мишу я уже за 2 недели отпускаю, потому что... Ну, у Миши еще и вопрос весогонки там очень серьезный. Весогонки, да, он много гоняет, 14 килограмм по сравнению с ребятами. И это тоже большая нагрузка на организм. Вторая часть тренировки, да? Леша и Марат. Леша, это объемная будет работа на выносливость. Сколько? 400 метров он побежит, потом 600, еще раз 400. Через минуту отдыха. То есть промежуток отдыха очень минимальный. При этом скорость, ну, 60% от возможности своей. Марат, он побежит, наоборот, побыстрее. Ему попроще будет, чем Леша. В плане его показателей он более скоростной человек и не такой тяжелый. Он побежит через барьеры 200 метров, отдыхает минутки 3, то есть почти до полного восстановления. 400, также отдыхает 3 минуты, еще 600. Максумыч бежит быстрее, чем я иду. Парни! Парни, давай!
лучше пробежал. Первые разы 35, 36, сейчас 34. А как? Что? Без барьеров? Метров. Отдыхать 3 минуты, да? Марат, да. Леша меньше. Леша минут. Он пробежал 400 метров и сказал, что он еле добежал. И при этом у него пульс был 25 за 10 секунд. То есть на нем можно еще пахать и пахать. Я 400 метров с барьерами бежать. Уже надо распределить немножко силы, бежать помедленнее. Пытливый зритель, он же и задаст вопрос, зачем классику бегать с барьерами? Ну, на самом деле, это прям такая своеобразная работа на функциональном состоянии. То есть, чтобы ты умел тоже распределять свои вот эти по временному отрезку свои силы. То есть, не так просто сломя голову ты бежишь, должен уметь все это контролировать. Когда в борьбе ты тоже должен же понимать, когда тебе нужно включиться, если ты начнешь там как... Там такой, я не знаю, как бешеный с первых секунд прям включаться. Тебя на второй период не хватит. Как Артем Комаров. Да не, Артем нормально, не надо наговаривать. Для меня на самом деле это интересная работа, но в то время также тебе нужно включать ноги во время бега. То есть не просто ты бежишь, а бежишь, именно нужно через барьер прыгнуть. С каждым кругом сейчас, до этого я просто 200 бегал, сейчас 400-600 на ноги говорит. Для меня будет, конечно, такой новый вызов такой интересный. Когда ты начнешь уже тренироваться? А? Ты каждый раз очкуешь. Вот сколько ты уже можно? Вот давай вот сейчас вот здесь скажи, когда ты выйдешь на соревнования. На соревнования? Да, хочешь тут хотя бы на тренировки начнешь ходить. Артем, ты понял? Артем, мы тебя ценим, уважаем. А Марат даже не поддался на провокацию. Трис. Все, растягивайся и заминайся. Марат. 30 за 10 секунд? Да. Ну, нагрузился. Маленький отдых. Ага. И, конечно, поднялся. Едем, давайте. Нет, барьер. Нет, я могу вот это. Максималка, да? Ну смотри, тогда в борьбе-то какая у нас задача? Как можно дольше спортсмена вот все-таки в аэробной зоне держать, чтобы он не закислялся и не повышался у него уровень значения ЧСС? То есть, может быть, он там на пульсе 140-150 отборется и все. Ну, значит, ему это достаточно. Да. И это что значит? Что он хорошо готов или что он не включился во время схватки? Хорошо готов. То есть наша задача все-таки удерживать его в аэробной зоне, чтобы у него не было вот этого... Качковый разброса. Смотрю вот хайлайт своего боя. Прислали. Михаил, а как вы относитесь к такому движению популярному сейчас? Поп ММА, различные ребята собираются, встречаются, непрофессионалы. Крайне негативно. Устраивают бои какие-то, трэш-токи. Да, негативно. Негативно? Да, я никогда на них не был, честно скажу, никогда их не смотрел. Мне не интересно. Я профессиональный спортсмен. Хотя мне несколько раз сказали, а ты не хочешь попробовать. И я не вижу в этом вообще смысла. Ради этого хайпа, ради этих там, просмотров, лайков, ну, я не понимаю. Интересный момент, ведь изначально, наверное, когда смешанные единоборства появились, у сторонников, ну, или любителей там, традиционных видов единоборств олимпийских, было такое же отношение к смешанным единоборствам. Смешанным единоборствам. Сейчас у людей, кто интересуется и следит, да, такое же отношение вот к ММА. Да, возможно, такое есть. Ну, может быть, со временем это тоже войдет как-то в нашу культуру и уже будет тоже какой-то там каким-то видом спорта, да, так его назовем. Но мне не нравится. Я все-таки, хотя да, я вот сейчас вспоминаю, там борцы, боксеры, они не признавали. Они даже сейчас все возрастные тренеры, да, они не признают, что там делается непонятно. Да, хотя это стал самый развивающийся вид спорта в мире. Ну вот может то же самое будет, я не знаю, но мне не нравится, честно. Слишком много, хотя и на наш вид спорта говорили много агрессии. И я тоже, ну на голых кулаках, это травматично очень.
Наверное, мы повторяем все те слова, которые, да, говорили. Я сейчас вспоминаю, что они все это говорили. Травматично, агрессия. Да. Ну, и все такое. Да. Ну, не знаю, мне не нравится. Ну, время покажет, да? А что время пока что уже показывает? Что он развивается, что очень многие любители, которые не особо увлекаются, они думают, что вот эти ребята, они профессионалы, они крутые спортсмены, профессиональные бойцы. Вот на них так думают. Хотя, ну, не зная действительно ребят, которые тренируются в залах, готовятся и выступают на больших турнирах. Поэтому, наверное, да, будет своя аудитория у них. Свою нишу займут. Конечно, да, конечно, да.